Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Марин, ну слушай, сейчас лето, согласись, хочется много гулять, да? Проводить время со семьей, на пикниках. Но все-таки мы женщины, да? Домашние дела, они не оставляют нас в покое. Но как минимум я могу прямо сейчас освободить от одного дела, самого нелюбимого для каждой женщины, это точно. От глажки постельного белья. Ведь наш комплект абсолютно не мнется, тем самым подарит вам ну просто уйму свободного времени, как минимум, ну, 5-6 часов в неделю, которые вы сможете уделить своим родным, своим близким, деткам, что-то приготовить вкусненькое, да просто понежиться в постели и получать удовольствие. Постельное белье «Нежное облако» – это постельное белье, которое не нужно гладить. Внимание, это очень редкое предложение. Мы же столько времени тратим на наши домашние дела. Так вот, Екатерина Архипенко сегодня официально освобождает вас от самого рутинного занятия глажки постельного белья с помощью постельного белья «Нежное облако». У нас размеры представлены полутораспальный, двухспальный и евро. И, внимание, цена распродажи от 999 рублей за комплект постельного белья, который не нужно гладить. И посмотрите, какого удивительного дизайна этот комплект. Так если бы он еще был один, а у нас ведь все-таки сразу три варианта на выбор. То есть смотри, Марин, сегодня мы полностью обновляем свой бельевой шкаф. То есть один комплект застилаем, второй комплект у нас стирки, ну а третий комплект как бы на соответственно... выход, да? Не, ну почему на выход? А третий комплект как бы на смену эмоций. Итак, давайте выбирать цвет. В данный момент мы видим модификацию коричневый цвет. Второй цвет – это модификация зеленый цвет. Ну и насладимся третьей модификацией. Это салатовый цвет. Вот мы его видим, такой райский сад настоящий. А вы знаете, я заметила, что наши комплекты постельного белья идеально подходят к нашим шторам. Цена на комплект постельного белья «Нежное облако» сегодня составляет 999 рублей, ведь у нас же распродажа, у нас жаркие дни распродажи. На шоппинг-шоу «Жаркий июль», жаркие цены. 999 рублей за комплект постельного белья, который не нужно гладить, а еще здесь два варианта дизайна. Правда ведь, Кать? Три. Да, у пододеяльника два, абсолютно верно. Я вот хотела просто сюрприз тебе делать, а ты уже все у нас угадала. Ну вот, простите меня. Ну что ж. Я не могу удержаться. Ну хорошо, я предлагаю тогда поменять образ вашей спальни прямо сейчас. Стоит просто перевернуть пододеяльник, и вуаля, вы получаете новый образ. Посмотрите, обращаю ваше внимание, то, что у нас пододеяльник двухсторонний. То есть, Марин, можно смело делить цену пополам. Также хочу обратить внимание на премиальные детали. Это молния в пододеяльнике. Это гарантия того, что вы, допустим, во время сна, ну, не порвете пододеяльник. Также во время стирки в него ничего не будет забиваться. Ну и плюс, конечно же, эстетически это смотрится очень красиво и аккуратно. Кстати, обратите внимание, да, вы видели, что внутри у нас еще и все идет оверлок швов. Это гарантия того, что швы не рассыпятся. Это очень важно. Такие вещи, такие детали, они как раз и продлевают срок службы нашего постельного белья. Когда нет лишних отверстий, ничего ни туда не попадает и не рвется. И посмотрите, раз и опять легким движением руки мы добавляем новый образ яркости, радости, эмоций в нашу спальню. Как все просто. Вот, кстати, ты правильно сказала, Марин, про эмоции, потому что эмоции в спальне – это очень важный момент. Важный момент почему? Потому что все-таки спальня – это вот, скажем так, центр мира, где мы восстанавливаем свои силы, где мы отдыхаем. И согласите, так важно получать там только положительные эмоции. Вот если мы говорим о модификации коричневый цвет, который мы видим в данный момент, да, коричневые оттенки, они очень теплые, благородные, и коричневый цвет, шоколадный оттенок будет вызывать ощущение сладости. Розовые оттенки вызовут ощущение нежности и добавят нотку романтики в вашу спальню. На таком постельном белье вы будете получать действительно удовольствие. Удовольствие эстетическое и тактильное.
Зеленые оттенки в первую очередь рекомендую для тех, кто беспокойно спит ночью, потому что зеленый – это цвет гармонии. Он очень хорошо снимает мышечное напряжение, нервное напряжение, гармонизирует атмосферу. Ваша спальня станет действительно местом, где вы будете релаксировать, расслабляться и восстанавливать свои силы во время сна. Итак, внимание, обратите внимание, постельное белье, нежное облако, постель, которую не нужно, постельное белье, которое не нужно гладить, сегодня по уникальной цене распродажи 999 Пойдемте. Рублей. Посмотрите, пойдемте прогуляемся и посмотрим на модификацию зеленой. На самом деле, согласитесь, вот смотришь на эту модификацию, настроение уже поднимается. Знаете, ночью оно будет вас успокаивать, а с утра действительно вы будете просыпаться с приподнятым настроением, бодрый, полный сил, потому что сон ваш будет полноценным. Давайте насладимся этой красотой, красные оттенки, добавят нотку страсти в ваш дом. Ну, а перевернув под одеяльник, получаем абсолютно спокойную, новый, зелень. Да, спокойный образ. Посмотрите, тоже зеленые такие оттенки, но уже более сдержанные, более лаконичные. Берете комплект постельного белья, нежное облако, добавляете в корзину шторы, летнее совершенство, и вы получаете невероятный образ в вашей спальне. А третий цвет у нас называется салатовый. Салатовый. Посмотрите, какой удивительный, нежный, неповторимый, и как здорово он сочетается с нашими шторами в дизайне салатовый тоже. Вы создаете салатовый интерьер всей нашей спальни, потому что у нас распродажи, как удобно делать покупки сейчас на нашем канале, потому что все по невероятно низким ценам. Кстати, постельное белье, нежное облако, три цвета на выбор, три дизайна на выбор, размеры полутораспальный, двухспальный и размер евро. Цены снижены максимально, ведь на шоп-энд-шоу распродажа. Ниже цен не будет никогда. Понимаете, скидка 800 рублей на этот комплект постельного белья, раз. Но второй, добавляйте в корзину наши шторы, и тогда вы получите готовое дизайнерское решение. Но и самое главное, что это постельное белье не нужно гладить. Для меня это очень важно. Катя, я больше всего не люблю гладить. Но вот скажи, кто же любит-то? Ну, может быть, есть любители. Но вот скажи, вот сейчас у нас лето, жарко. Как комфортно будет спать под таким бельем? 100% комфорт. Я тебе расскажу свою историю. Впервые я попробовала спать на микрофибре. Причем не только я, но и моя маленькая дочка, ей тогда было 5 лет, Ангелиночке, да, было. Ты знаешь, мы спали в очень жаркой стране, но самое главное, мы спали с таким комфортом, то есть тело дышало, не было парникового эффекта. Мы проснулись с утра прям бодрыми, знаешь, мы выспались, нам было хорошо, мы поехали на экскурсию, все было здорово. Но моя доченька, она, как только мы легли с ней в постель, она говорит: «Мамочка, а что это за постельное белье? Оно такое мягкое и нежное!» Ребенок сразу уловил вот эту необычайную нежность и мягкость микроволокна, потому что микрофибра создается премиальным сатиновым плетением, ну и, конечно, дарит крепкий и здоровый сон. Нежность, мягкость, невероятные тактильные ощущения, как будто что-то бархатистое и в то же время шелковистое. Это все постельное белье, нежное облако, изготовленное из микрофибры, которую не нужно гладить. Размеры полутораспальный, двухспальный, евро. Цена распродажи от 999 рублей.